Современное повальное желание угодить меньшинствам в ущерб большинству, в ущерб здравому смыслу, породило множество идиотских явлений. Одно из них — феминизм третьей волны. Век, когда права мужчин и женщин на законодательном уровне не то что равны, а даже равнее в сторону прекрасного пола, взять ту же статистику по бракоразводным процессам, в этот вот век бороться за дополнительные права для себя любимых, наплевав на права остальных, это, знаете ли, гениально. Да еще и самым мягким и неагрессивным путем, разумеется, насильственным пропихиванием повестки через средства массовой информации и навязыванием этого нарратива в культурной среде, обязуя владельцев различных фирм, например, набирать женщин по квоте и плевать, будет от них там толк на рабочем месте или не будет, лишней там будет эта женщина или не лишней, пусть хоть саботирует этот процесс, всем пофигу, формальности соблюдены, а чего вам еще-то надо? Так победим. Самое обидное, что и на женщин точно так же плюют с высокой колокольни. Никому нет дела, как при этом на них будут смотреть из-за желания кучки поехавших кукухой барышень. Потому что уважение и воспитание нельзя навязать агрессивно, и действие всегда рождает противодействие. Чем активнее тебя заставляет есть манную кашу, силой запихивая ложку в рот со словами «Кушай, сыночка!», тем сильнее растет отвращение как к подобным методам в целом, так и к каше в частности. Да, детишки? Одним из центральных, незыблемых постулатов этого явления является утверждение, что женщина сильна и независима. Иронично, что когда в СССР, этом кроваво-красном мордорском совке, где полстраны сидела, когда там с этими же словами женщинам предлагали именно что равные права с мужчинами, к примеру, поработать шпалоклачицей, далеко не все были довольны. И по слухам, многие наоборот хотели бы сидеть дома и заниматься не менее сложными, но более привычными делами, например, вести тот самый дом. Конечно, кувалдой махать не хочется никому, но как ты еще докажешь свою независимость в конце-то концов? Современная повестка знает как. Мы просто будем внедрять женщин в культуру под этим предлогом. Так киноиндустрию и игроиндустрию заполонили те самые сильные и независимые женщины. Плохо ли это само по себе? Да нет, конечно, неплохо, наоборот, хорошо. Почему бы на сильных духом и пусть даже телом женщин не посмотреть? Однако гармоничность вписывания подобных персонажей в контекст происходящего оставляет желать ужина. Почему конкретно эта женщина сильная и независимая? Ну, как почему? Потому что она женщина, а все женщины сильные и независимые. Чё непонятного-то? Не, это понятно. А почему конкретно? Вот, например, вот этот вот персонаж имеет арку, он из слабого становится сильным. Вот так вот меняется, вот под такими вот обстоятельствами. А почему вот эта женщина сильна и независима? Я не понял, ты чё, сука, сексист, что ли? Потому что она женщина! Вот как-то так обычно происходит воображаемый диалог творца и потребителя. Женский персонаж силен и независим просто по определению, без увязывания с контекстом и событиями. Ей не нужно никаких арок, ей не нужно трансформации характера, ей не нужно терпеть лишений, у нее уже есть чит-набор, а большего и не надо. Более того, если уши маразма все еще видны торчком из-за такого надругательства над логикой, автор начинает принижать остальных персонажей. Мужского пола, разумеется. Как авторы попсовых фанфиков принижают всех подряд. От Гарри Поттера до Дарта Вейдера, делая их неспособными на мыслительную и техническую деятельность дебилами, чтобы на их фоне какой-нибудь залетный персонаж вроде попаданца Пети Пяточки насмотрелся, ну, хотя бы не так убого, как должен был бы, по идее. Этот инструмент примитивен, он во все используется для проталкивания силы независимости женского пола. В играх и кино появляются персонажи, которые крутые и могучие вопреки здравому смыслу. У них нет истории становления их сильными, нам просто рассказывают об этом как о факте. Кроме тех моментов, когда история становления есть, и она, как правило, такова, что лучше бы ее не было. Она пестрит идиотией, как все те же любительские фанфики, и, как правило, сводится все к тому же. Персонаж чисто Мэри Сью, ну, просто потому что вот. Как будто нам мало было подобных мужских персонажей, которые не пришлись везде рукав, ей-богу. Однако, разумеется, были и есть, и, смею надеяться, будут действительно хорошо прописанные сильные и независимые женские персонажи. Вот именно о них я сейчас и расскажу. 5 персонажей разной степени проработанности, глядя на которых, можно действительно сказать: «Вот это я понимаю сильная женщина», как в духовном, так и в физическом смысле. Такая ей коня на скаку обреет и горящую избу снесет. Это не топ-5, здесь нет мест, каждый из персонажей действительно хорош, но я все же расставлю их в порядке личностных предпочтений. Поехали. Начну с самого слабо прописанного в этом плане персонажа, на мой взгляд. Зена, королева воинов. Но не обманывайтесь, то, что она прописана, на мой взгляд, слабее остальных из моей пятерки, не говорит о том, что сама она слаба или никчемна. Зена — это персонаж одноименного сериала, вышедшего впервые в 95 году. Интересно то, что изначально это был второстепенный персонаж, не менее известный в те времена сериала «Геркулес», более известный у нас как Геракл.
Притом, там Зена, которая в оригинале тоже не Зена, а Зина, это можно услышать из оригинальной озвучки, но сами, наверное, знаете, да, у нас бы это имя ассоциировалось с существующим, явно портя атмосферу. Так вот, там Зена выступала изначально антагонистом, такой варваркой-амазонкой, которая позже решила оставить дорогу преступлений, не дожидаясь, пока прострелят колено. Однако зрителям Зена настолько приглянулась, что авторы сериала решили сделать пилотный выпуск сольника, как раз и рассказывающий о том, как и почему Зена решила завязать бандитизмом. И понеслось. 6 сезонов. 6 долбанных сезонов. Не скажу, что каждая серия была прям прекрасна. Всякое бывало, чего уж скрывать. Но в целом сериал даже сейчас смотрится интересно. Спецэффекты... Нет. На это нельзя смотреть без слез, ну правда. Сюжеты тоже, наверное, нет. Возможно, по тем временам, но не 30 лет спустя уж точно. Диалоги, да, безусловно. Моральные выборы, закутанные в куцую обертку душевных режиссерских решений. Ну и, разумеется, сами персонажи. Опять же, не все там были прописаны одинаково хорошо. Были и дебильные, откровенно дебильные. Но, тем не менее, как минимум центральные персонажи сериала, сама Зена и ее подруга и спутник Габриэль, очень вспоминают. И дело тут не в достаточно откровенной одежке, непрактичной в бою, но кого это волнует, серьезно. Хотя в ней тоже. Давайте признаем, актрису подобрали колоритную и очень красивую. И тут, конечно, дело вкуса, но думаю, что очень многие, что в детстве, что сейчас, мечтали бы подержаться за ее чакрам. Да, но все же в первую очередь важно именно то, как персонажи были прописаны. Недавно пересматривая сериал, я наткнулся на комментарий, уличающий оной в потакании феминистической повестки. Мол, уже тогда, в 95-м году, почти 30 лет назад, да? Или сколько? 25, ну почти 30, да? Уже, мол, тогда была вот эта вот самая повестка. Уже тогда эта цитадель разврата клепала дебильные сериалы, где сексуально одетые женщины одной левой раскидывали толпы мужиков просто потому что... Да, пропаганда дает свои плоды. Многим она так осточертела, что они видят феминизм и пропаганду даже там, где ее нет и быть не могло. Что ж, давайте взглянем, так ли это. Безусловно, нам не рассказывают сразу же предысторию становления Зены, королевы воинов, хотя правильнее, наверное, было бы сказать главарем варбанды. Королева воинов — это позже приобретенный титул. Потом уже на протяжении сериала нам рассказывают истории из ее прошлого, явно намекающие на ее ранние суровые будни. Однако, в самом начале она представляется нам как такой суровый воин, гроза и бич деревень. Но вот до нее наконец доходит, что убивать беззащитных любое говно может, а ты попробуй вот дать таким отпор, да? Вот тут уже нужны стальные яйца. В принципе, по требованию Зена уже, как вы понимаете, подходит. А следовательно, постепенно из легендарной главы ОПГ она преобразуется в не менее легендарную защитницу слабых. Она эту самую ОПГ в итоге уничтожает и кучу людей спасает, и притом не только слабых и беззащитных, но и вполне себе сильных правителей мира сего. Она и с Клеопатрой успела потусоваться, и с Цезарем, и еще бог знает с кем. Знатно так ее по миру, знаете ли, побросала. Но получилось ли все это сразу? Нет. Прежде чем стать таковой, она претерпела муки совести и ощутила на себе последствия своих деяний, что вполне удачно по тем временам, разумеется, показано в сериале. Конечно, можно было бы рассказать это и получше, но все же, Зена — это в первую очередь боевик про мордобой, а не психологическая драма. Однако, с самого же начала из дома ее гонят, родня ее презирает за ее злодеяния, везде чуть ли не в спину плюют. Даже ту же Габриэль принять спутницы дается ей нелегко, это видно. И по факту, в первой же серии Зена вообще решает зарыть буквально свое прошлое в землю и попробовать жить обычной жизнью, но последствия ее деяний не позволяет ей этого сделать. Помимо того, что домой ее буквально не пускают, гонят в зашей, еще и прежние дружки, как и подобает бандитам с шакальными повадками, почуяв слабину, решают расправиться с ней. Тогда и становится ясно, что прошлое ее никогда не отпустит, и реальный путь жить по-человечески — это расплата за годы преступлений. Этому, в общем-то, и посвящены все 6 сезонов. За это время обе девушки не только заработали славу и почет, но и претерпели множество лишений, включая смерть и предательство. И у тех, кто посмотрел весь сериал, язык не повернется назвать главных персонажей, Зену и Габриэль, тем более Зену, неоправданно сильными. Все эти восклицания про то, что им все дается легко и одной левой, говорят о том, что сериал человек не смотрел, либо смотрел, но в детстве, и давно его уже забыл. Хотя, безусловно, тут есть за что зацепиться. И нет, я не про Джоксера, явно персонажа-дегенератора, раздражающего спутника девушек, который призван быть комичным таким, знаете, ослом и Шрека, то есть тем, кого я лично терпеть не могу в любой ипостаси. Вот как по мне, засуньте этих Олафов, ослов, вот этих всех прочих Джоксеров поглубже в вар, вот прям в очко ужаса. Ну то мои вкусы.
Да, сегодня это обыденное явление, и мужских персонажей стараются делать поголовно такими вот джоксерами, что, конечно, не идет на пользу искусству. Ну то ладно. Прицепиться в сериале можно, к примеру, к самому факту того, что женщина — главарь варбанды. Такое разве возможно? Ну да, возможно, но маловероятно, что женщина успешно противостоит в бою множеству мужчин. Безусловно, возможно и такое, но сколько бы фем-креатуры не кричали о силе женщин, биология — штука жестокая. При равных условиях становление мужчины физически будет сильнее женщины, как ни крути. Да и дело даже не в этом, а банально в массе. Будь ты хоть трижды сильный, если ты реально не Геркулес, сын богов, то ты не сможешь, весить 60 килограмм, ударом повалить на землю 100-килограммового амбала, да еще и не отбив при этом кулак. Не прямым ударом так уж точно. А тут не только амбалы, но и мифические создания, вроде кентавров и прочей нечисти. Кентавр, попрошу заметить, весит гораздо больше 100 килограмм, я в этом уверен, потому что он частично лошадь, и масса в нем гораздо больше, чем в обычном человеке. Однако, правомерно ли такие высказывания в сторону персонажа? Знаете, меня очень смешат разборы Дмитрия Пучкова и Клима Жукова, которые, развалившись, так знаете, на диване и покуривая трубку, рассказывают, что, например, вот... Вот нормальные люди у нас в ГУВД делают вот так, а тут какие-то идиоты. Так не бывает. Наплевав при этом на все условности. По идее, ту же сагу о Звездных войнах можно завершить со словами: «В космосе звук не распространяется, тупое говно тупого говна», ну и так далее, да? Однако любой вымышленный мир не является тождеством мира реального, как бы его ни пытались приблизить к оному. Он все равно будет нести в себе ряд допущений, ряд исключений, делающих возможными те или иные явления. В рассматриваемом сериале это продиктовано еще и, в принципе, форматом и жанром сериала как таковым. Видите ли, никто не будет смотреть сериал, заканчивающийся на первой же серии, где Зенни просто врезали по молочным железам, вырубили дубиной по голове, а потом толпой изнасиловали и бросили умирать в канаву. И плевать, что такое имело место быть. В нашей жизни чего только не бывало, увы. Сериал не про это. Вообще, это серьезное упущение. Разбирать такие вот явления с точки зрения якобы реалий, именно якобы, это вообще отдельный разговор на самом деле. Люди забывают то, зачем вообще был создан тот или иной продукт. О чем рассказывает сериал про Зену? А о бандитах и бандитской жизни по понятиям? Нет. Он рассказывает об искуплении, о доблести, о взаимовыручке, о дружбе. Конечно, все это показывать можно разными путями, но только закостенелый мозг может всерьез все равнять под будни НТВ, делая вид, что вся жизнь состоит из этого и только из этого, и по-другому нигде просто не бывает. Все-таки «Королева воинов» — это сериал фэнтезийный, приключенческий и развлекательный, что немаловажно. И там все персонажи, включая означенных бандитов, имеют преимущество, данное им не от жизни такой, а от сценарного пера, просто потому что. Именно поэтому не стоит удивляться, что Зена расправляется с толпой сильных мужиков. Притом очень часто она делает это не только силой, но и хитростью, которая города берет. Не надо удивляться, что она сумела насовершать столько подвигов и закорешиться с сильными мира сего, включая некоторых богов. Это нормальное условия для сериала про кентавров, богов и мордобой. Потому что докопаться можно и до столба, но только больной на голову будет всерьез этим заниматься. И, подводя черту, Зена является действительно интересным, хорошо прописанным, вполне логично вписывающимся в мир персонажем. Настоящей сильной женщиной. Следующий персонаж, о котором стоит сказать, это Сара Коннор. Важно сразу добавить оригинальная Сара Коннор, а также Сара Коннор из сериала. Как по мне, это более проработанный персонаж, чем та же Зена, а главное, ее пример показателен. Сара — это та самая сильная женщина с большой буквы, которая сильная не потому, что вот потому, что она сильная и потому, что женщина, а потому, что у нее действительно есть арка, есть переход от обычной пугливой девочки до брутального фактически солдата, которая даже терминаторов не боится и разносит их только в путь. Вспомните, какой она была в самом начале. Сара — это обычная молодая официантка, которая волею судеб оказалась целью Т-800. В общем, на этом бы ее карьера в местном Биг Маке окончилась бы, если бы не Кайл Рис. Я не буду снова вдаваться в подробности сюжетных перипетий, напомню просто, что тут все согласовано. Скайнет, испугавшись Джона и попытавшись его уничтожить, сам же его и породил. Именно Кайл Рис научил Сару некоторым приемам, спасшим потом ей не раз жизнь. Именно он поведал о терминаторах в Скайнете и вселил в нее надежду, а главное, что для женщины немаловажно, дал ей очень важную цель. Заботу о сыне. Не просто как о спасителе человечества, это спорное утверждение, и тут меня не переубедить. Не пришел бы Джон, пришел бы другой, и да, я не верю, что на всю планету нашелся лишь один такой Джон Коннор.
первую очередь именно как о сыне. О сыне, который стал потенциальной мишенью для опаснейших существ, которым неведомо ни сострадание, ни жалость. Это стало сильнейшим стимулом для становления из испуганной девочки настоящей бойбабой, которая способна дать отпор тем самым терминаторам. Нет, не физически, конечно, тут с машиной тягаться не может никто, что и продемонстрировал Кайл Рис, пожертвовав собой, а именно осторожностью, хитростью, осведомленностью. Она знала, как скрываться, знала слабые места машин, а также знала, что породит их. По факту или потенциально. И вот тут тоже очень хороший пример, который многие почему-то упускают. Да, Сара сурова, сильна и брутальна. Она собирала себе такой 10 лет, а не просто взяла и стала таковой в одночасье. И в эти 10 лет, помимо обретения силы, она многое принесла на алтарь этого образа убийцы терминаторов. Это то, о чем я говорю. Очень часто, давая герою или в нашем случае героине силу, авторы сценария не заботятся о том, чтобы уравновесить это отрицательными чертами события, которые обязательно возникают в таких случаях. Все 10 лет она растила сына на сказках об апокалипсисе и его Джона офигенности. Сам Джон об этом, кстати, тоже рассказывает в фильме. Все детство вы прятались по подвалам и воевали с компьютерами, притом чисто технически как бы с компьютерами, а по факту непонятно с кем. А потом 10-летний ребенок понимает, что как бы вот есть нормальное счастливое детство, а никаких машин, страшных терминаторов и человеческих скелетов, да, как не было, так и нет. Что его мама просто психически больная женщина, что на самом деле так и есть. Своим поведением она отлучила Джона от себя на какое-то время. Это стандартный процесс взросления, когда авторитарная система подчинения «слушай меня, потому что я мать» сменяется иной системой «а ты докажи, почему я должен слушать именно тебя». И вот как тут докажешь, что машина — это не выдумка, а страшная реальность? Это давит на психику ребенка, лишенного нормального детства, а уже этот процесс давит и на его мать. Кроме того, параноидальный страх Сары перед Скайнет толкает ее на социально опасные действия. Конечно, легко сказать, что вот эти компьютеры потенциально опасны, и взорвать важный промышленный объект. А сколько при этом будут ранены, сколько погибнут, сколько потеряют работу. А что если уничтожение важного военно-стратегического объекта страны или одного из них скажется на безопасности, и через это впоследствии будут гибнуть и страдать люди? Сара таким вопросом не задается, у нее уже психическое расстройство. Свой террористический, по сути, акт она оправдывает благими целями, как и любой террорист или любой преступник. И только зритель понимает, что это, по идее, оправдано. По идее, но не по факту. Мы же не знаем, а действительно ли в этом комплексе родился бы Скайнет. Вдруг там родился бы анти-Скайнет. В сериале этот момент, кстати, отлично обыгран. Если еще не смотрели, обязательно посмотрите. Там и анти-Скайнет будет, и эволюция характера Сары. Но вернусь к событиям. Вот прибывает еще один Т-800 и с ним Т-1000. И Саре пора показать, на что она способна. Просто сравните ту девочку из первой части и эту женщину из второй. Небо и земля. Но какой ценой? И вот опять возвращаемся к сериалу. Да, авторы оригинала наплевали на концепцию завершенности цикла, так что в сериале Сара с сыном продолжает скрываться, и первое, что бросается в глаза, и это сериал сумел передать, у них обоих огромные проблемы с социализацией, особенно у Джона. Чрезмерная опека Сары довела того до состояния просто нездорового желания свободы, которую нужно подкрепить хоть чем-то. Например, уверенностью в том, что, ну, она же его многому уже научила, он справится. И что в итоге? Первая же вылазка, и Джон не справляется, его легко облапошили сразу два терминатора, и он снова чудом выжил. Это я к чему веду? Все к той же цене, которую Саре пришлось заплатить за свою крутость. Часто ли вы встречаете подобные в художественных произведениях, когда суперсильная женщина претерпевает реально сопоставимое лишение? Никогда? «Ой, они убили моего опекуна, поэтому я теперь супер крутая, сейчас тут всех накуканю!» А именно сопоставимое. То-то же. И даже в «Темных судьбах» это не оставлено без внимания. Да, этот фильм можно ругать за многое, очень за многое, в том числе и за ту самую фемповестку, но парадоксально то, что в отличие от Дани и Грейс, которые сильны просто потому, что вот с нихрена, Сара, благодаря наличию адекватной предыстории, смотрится именно что реальным живым человеком, единственным реальным живым человеком. Она уже со старта лишается того, на кого поставила всю жизнь, теперь она станет еще сильнее, но любой здравомыслящий
мыслящий человек скажет, что нахрен такая сила не нужна подобной ценой. А сила тут есть. Уже имеющиеся навыки теперь подкреплены неким безразличием к собственной жизни. Ради кого ей теперь жить? Цели нет. Только регулярное уничтожение все прибывающих машин. А по факту, если тут все отбросить, то 60-летняя бабка сражается наравне с кибернетически усиленной Грейс, которая корчит из себя крутую, но на деле пустышка с читкодами. Сара способна вести за собой команду благодаря лидерским навыкам, полученным за 40 лет тяжелой жизни. Она не ведет всех только потому, что сценарием нужно было подтолкнуть Дани, которая как раз-таки та самая Мэри Сью и сильна просто потому что. Между Сарой из первой части и Сарой из второй прошло 10 лет. Между Сарой из первой части и Сарой из шестой прошло больше 40 лет. Между Дани из начала фильма и Дани из конца фильма прошло несколько дней. И вдруг соплячка начинает думать, что обладает задатками лидера. Вот эта вот девчуля ростом 1,60 м. Конечно, соплячка, командуй нами здоровенными амбалами. И вот тут, в отличие от Зены, уже можно придираться к условностям. Терминатор всегда давил на реализм. Кайл Катар... Извините, Кайл Рис, конечно же, Кайл Рис, матерый солдат, воевавший не один год с машинами. Чтобы справиться с одним Т-800, ему понадобилось порвать зад на тряпке и в конце умереть. И то, если бы не пресс, то этот подранок придушил бы Сару. Удачи и не более того. Конечно, будь у него плазменное оружие, все было бы проще, но так можно сказать, что будь у Терминатора плазменное оружие, ему тоже было бы сильно проще. И это крепкий и жилистый мужик против неповоротливого, в общем-то, эндоскелета. Неповоротливого, конечно же, только по сравнению с РФ-9, который резкий как понос, но которых, видимо, легко уделывает та самая карликовая Дани, как она укладывает и мужиков здоровее нее. Что позволено одному персонажу, не позволено другому в угоду сценарию. И обосновано это? Да никак это, блин, не обосновано. И поэтому в «Темных судьбах» Сара единственный персонаж, которому сопереживаешь. И существование которого можно хоть как-то оправдать. И во всей франшизе, ну, кроме Генезис, разумеется, Сара — это действительно сильная женщина, судьбе которой, однако, не позавидуешь. Арвен. Еще один замечательный пример. Я не настолько хорошо разбираюсь в лоре Средиземья, как в каком-нибудь другом, поправьте, если что. Вообще, лор Средиземья довольно мудрёный, не тяжело и запутаться. Все знают, не по книгам, так по фильмам, что между Арвен и Арагорном были отношения, причем чисто на расстоянии, но не все знают, почему именно Арагорн держался от нее как раз-таки вот на этом самом расстоянии. Он надеялся, что ее любовь со временем угаснет. Однако фиг там, не угасла. Видите ли, эльфы Средиземья вообще бессмертны. Даже если их убьют, они раньше или позже смогут переродиться на родной земле. Все, кроме дебила Феонора, потому что он всех достал, и хоть вернуться он тоже может, но боги ему сказали «сиди и жди». Ну так вот, раньше или позже эльфы так или иначе уплыли бы назад в Валинор, независимо от того, собрался бы Саурон с силами или нет. Однако, как же могла Арвен просто так взять и уплыть, унеся эту бесконечную тоску по любимому человеку с собой? В буквальном смысле бесконечную, она же бессмертна. А душевные терзания, они такие, пока есть душа, будут и терзания, и не каждому дано забыться. Оттого многие не выдерживают. Но она, в общем-то, и не хотела никуда уплывать, она хотела остаться с Арагорном. И для этого ей пришлось пойти на жертву, которую, чтобы осознать, придется поднапрячь уже не мозги, а тот орган, что у вас отвечает хотя бы за эмпатию. Каждый эльф, по идее, может отказаться от своей бессмертной натуры, приняв смертность. Для этого нужно как раз вступить в брак с человеком. Притом ты теряешь способность перерождаться. То есть, если ты умираешь, то насовсем. Но бессмертие ты не теряешь. То есть старение над тобой все еще не властно. Безусловно, никто из нас с вами не является бессмертным, поэтому нам трудно до конца осознать, каково это — потерять такой дар. Но до конца и не надо, тут хватит и поверхностного анализа. Все естество, вся культура, вся суть эльфов Средиземья базируется на том, что никто не умирает насовсем, даже Феонор, хотя он всех достал. Они даже мыслят иначе. Потому-то Эрланд так старательно не отпускает Арвен. Все они понимают, что они бессмертны, и отказаться от перерождения значит фактически приговорить себя. Это как добровольно принять смерть, полностью исчезнуть из этого мира, без возможности вернуться. Конечно, можно сказать, и что ж мне проблема, люди, гномы, орки, все умирают насовсем. Да, но эльфы это не люди, и не гномы, и даже не орки. Будучи бессмертными, стали бы вы отказываться от этого? Точнее так, насколько велика должна быть сила любви, сила воли, чтобы отказаться от вечной жизни?
Ведь владыка Эрланд не просто так стращал ее тем, что она будет неприкаянно бродить по земле в безутешном горе от потери любимого человека, ради которого все отдала. В общем-то, именно так все и случилось. И при всем своем долгожитии Арагорн, потомок Лютиени и Нуминорсов, умер в возрасте 210 лет. Конечно, 120 лет счастливого брака – это хорошо, да, но что такое 120 лет для бессмертного создания? Лишь миг. Это понимаешь тем больше, чем старше становишься. После его смерти она действительно еще лет 500 странствовала по миру, снедаемая горем. А затем, не выдержав этого самого горя, просто легла. Уснула и не проснулась. Такое бывает, люди угасают. Грустная история, но красивая. И очень показательная. Можно, конечно, еще много вспомнить про нее, что Арвен была и бойцом неплохим, и целителем умелым. В общем-то, как и многие другие эльфы. Многие, но не все. У нее было много положительных ценных качеств, которыми можно было бы восхититься. Однако ни одно из них не идет в сравнение с той жертвой, на которую она пошла. С ее силой воли и смирением. Среди всех Эльдар лишь двое, помимо Арвена, решились принять такую судьбу. Вот настоящая сильная женщина. Ни одной Мэрис Юхи такие лишения, как вы понимаете, даже и не снились. Даже Феонору, хотя он не Мэрис Юха, но все равно он всех достал. Да, трудно сегодня доказать человеку, что истинная сила и независимость кроется не в мускулах и не в возможности быковать на здоровых мужиков или стращать всех подряд, а в других, более ценных свойствах. Ну хорошо, если вам так нравится именно концепция Зены, у меня есть похожий на нее персонаж. Действительно сильная женщина, способная и править, и сражаться, и интриги плести. Это королева Каланта из вселенной Ведьмака. Да, прошли те годы, когда можно было бравировать такими знаниями. Благодаря сериалу, наверное, теперь все знают, кто такая Каланта, и никаких книг даже не надо. Для тех, кто все же не знает, это бабушка той самой Цири. Она родилась в королевской семье, и по идее это должно было значить, что она наследница трона, но нет. Традиционно в Циндре Каланта, как единственный ребенок в семье, да еще и подумать только девочка, могла рассчитывать только на монархический брак. Это вообще распространенное явление той эпохи, которая воспроизводится в Ведьмаке. Женщину на трон? Не, вы че, максимум королева-мать. Правда, ни одна такая мать потом доказала, что всякие отцы ей в подметки не годятся. Каланта стала одной из них. Еще с детства о ней был пущен слух, что она плод инцеста. Сложность была в том, что подтвердить или опровергнуть этот слух было тяжело. Все эти династические браки и чистокровность часто к подобному ведут. И вот запятнанную такими сплетнями девочку родители всеми силами пытались выдать замуж. Пришлось пилить аж за 3-9 земель, обгоняя сплетни в буквальном смысле. Слухи до Эббинга еще не дошли, поэтому там Каланты нашли мужа, Рёгнара. Что делали обычно такие вот барышни? Да ничего, были примерной женой. Однако Каланта была очень властолюбива, и ей с детства запала, видимо, вот эта вот обида и запущенных слухов. И в итоге методом хитрожопых манипуляций Каланты стала истинным правителем Циндры. Ну, то есть на троне, конечно, сидел Рёгнар, но все прекрасно понимали, что он тряпка и батата, а всем заправляет львица из Циндры, как ее тогда прозвали. Конечно, самому батату такое не нравилось, но зубы скрипели, а факт оставался фактом. И тут у Каланты наметился очередной облом. Традиции-то никуда не делись, она хотела родить сына, чтобы тот сел на трон, а в итоге родилась дочь, чтобы повета. Разумеется, по ее статусу это ударило, такие уж царили в Циндре нравы, да и не только в Циндре. Да и Батат, в смысле король Рёгнар, начал скрытно подыскивать себе молодую невесту, которая сможет родить нормального наследника. Нетрудно было догадаться, что дело шло вовсе не к разводу девичьей фамилии, не тот век, детишки. Калантовы просто нашли мертвую в собственной постели какой-нибудь фигни. Только вот она была не дурой, и в итоге очень скоро короля Рёгнара нашли мертвого в собственной постели от какой-нибудь фигни. И всем пофигу, Оспа же свирепствует. А мединские маски тогда еще не изобрели, да и король этот был херовый откровенно. И казалось бы, беды кончились, пора насладиться плодами интриг. Да хрен там, она не полновластная персона, ей же еще аристократия. И вот эта аристократия выдвинула ультиматум, мол, твоя дочь выйдет замуж в 15, либо собирай манатки и вали с трона. Однако хитрая королева и тут все доработала напильником. Это мой любимый рассказ из первой книги о Ведьмаке, приглашение Геральта на центрийское королевское застолье. Конечно, Каланта знала о том, что ее дочь уже вовсю кутит с каким-то мужиком. Дальнейшие приключения можете прочитать сами, это действительно очень интересный рассказ. Не сериал,
а именно рассказ. Вспоминайте, как читать. Это правда интересно. Как и в принципе вся ее дальнейшая жизнь. Увы, она была не сахар. Хоть Каланта и умела выкручиваться из непростых ситуаций, это не могло продолжаться вечно. Дочь и зять погибли, внучка пропала, да еще и Нильфгард напал на Цинтру. И хотя к тому времени Каланта уже успела прославиться как знаменитый полководец, о котором слагали песни. Да-да, женщина участвовала в битвах самолично и вела за собой войска. Причем женщина уже не молодая. Несмотря на это, одной доблестью не победить полновесную армию Нильфгарда, сильнейшую на тот момент. На улицах Цинтры развернулись бои, и вражеские солдаты ворвались во дворец. Королеве предлагали сдаться и свои, и враги, однако гордость не позволила бы львице из Цинтры просто взять и сдаться на милость врагу. И, показав всем большой кукиш, королева покончила с собой, показав пример безумной, но все же доблести ее защитникам, которому они и последовали. Живым Нильфгард не взял никого. И, конечно же, можно усомниться в целесообразности самоубийства, оно вот точно было необходимым. У меня вот есть сомнение, что Имгар Вармрейс действительно собирался казнить Каланте. Впрочем, кто его знает. Все же нужно понимать, что мы рассуждаем с позиции 21 века, а там за основу взят примерно век 13 с их понятиями о чести, морали и прочей метафизике. Но с одним спорить точно не получится. Совершить такой акт мог только очень смелый человек. Притом, этот человек был настолько хорошим примером для остальных, что и ее слуги сделали то же самое. Прибавьте к этому очень острый ум и волевое поведение, позволившее ей фактически стать пусть и не абсолютным, но полновесным правителем Цинтры. И также не забывайте о боевой доблести. Лично командовать армией и сражаться с ней плечом к плечу – не одно и то же. Не то чтобы таких, как она, персонажей во вселенной Ведьмака больше не было. Были. Мэва, например. Но вот именно что были, встречались иногда. Даже в таком суровом мире, где, казалось бы, ты обязан быть сильным, настоящие сильные женщины встречались не очень часто. И королева Каланте определенно была одной из них. Ну и в завершение списка я хочу перейти к одной из моих самых некогда любимых вселенных, к Звездным Войнам. Вообще, Звездные Войны — это замечательный пример того, что женщина может быть сильной не потому, что ее назначили сильной, а именно по своим поступкам. Я понимаю, о чем вы подумали, я же неспроста сказал, что Звездные Войны была моя любимая вселенная. В некотором роде она ей остается, но не эта вот перезапущенная срань. Да, одна Рей чего только стоит. Я много видел странностей в старом каноне, тот же Старкиллер, тот еще Мартин Сью, но он просто клоп рядом с Рей. Да и Лею превратили в какую-то не очень умную бабку-неудачницу, протерявшую все полимеры. Хотя в оригинале Лея от начала и до конца была очень сильной женщиной по всем параметрам. И таких в Звездных Войнах вообще-то на самом деле немало. Митра Сурик, Адмирал Даала, Мон Мотма, в каком-то смысле Асока Тано подходит под это описание. Мара Джейд – отличный пример. Да даже Джори Дараган, который со своим братом нечаянно натворила дел, столкнув ситхов и джедаев лбами. Раньше-то они жили порознь, и друг о друге знали только то, что они есть где-то там, на том конце галактики. Ну, не считая прилета Аджунта Пола со своей шайкой, но сейчас вообще не об этом. Но рассказать я все же хочу о своем любимом женском персонаже из этой вселенной. О воплощении борьбы. И не за какие-то там права, а о воплощении борьбы в принципе. Сильный, волевой, харизматичный, до безумия интересный персонаж. Дроид L337. Говно! А рассказать я хочу, разумеется, о Крее. Я же еще не сошел с ума, в конце концов. Вообще, Крея — фигура загадочная. До конца даже неизвестно, настоящее ли это имя. Она выучилась на джедая еще в эпоху Старой Республики и стала хранителем архивов. Она прослыла в Ордене очень страстным исследователем и крайне мудрым человеком. Увы, мудрость не страхует от всех ошибок. Иногда возможно совершить их единственный путь к той самой мудрости. Что тогда, что сейчас, времена спокойными не были. Нападение мандалорцев на Республику привело к расколу в Ордене джедаев. Харизматичный Реван с криком «Хватит это терпеть!» повел за собой множество молодых падаванов, да и немолодых закоренелых мастеров, которым надоело пассивность совета в такой жесткой кровопролитной ситуации. Они, блин, защитники Республики или так? На стульях тут в кругу посидеть собрались. Безусловно, совету это не понравилось. Да, они и чуяли грядущую угрозу в виде еще большего зла. Это мог быть Триумвират, мог быть Вишиит, но что касается Триумвирата, то именно их бездействие его и породило. Вообще, на самом деле, больше похоже на отговорку. Ну, кто ж знал, что они в каком-то смысле правы? И вообще, можно долго рассуждать о том, что на место Сиона и Нихилуса пришли бы другие, но, если бы не Крея, не было бы ни Сиона, ни Нихилуса в том виде, в каком они атаковали Республику. Это факт. А Сион и Нихилус — это не просто темные джедаи. Это был настоящий кошмар, как для Республики, так и для Ордена. Причем для обоих орденов.
А почему все так получилось? А потому что совету джедаев нужен был козел отпущения. Вот и нашлась замечательная коза, да еще и с кучей поводов. Да, ученики Крея действительно часто переходили на темную сторону. Это, конечно же, говорит о том, какая она плохая. Йоди аж икается. Но Йода еще не родился тогда, чтобы икать, икал от такой наглости Крея. Так как она была наставником Ревана, совет использовал этот повод как самый весомый, мол, она виновата в расколе. Угу, нашли крайнюю. Таки да, нашли, и тут же изгнали. А потом Реван еще и перешел на темную сторону и вторгся в республику как завоеватель. Махнув рукой на джедаев, Крея поспешил разыскать своего ученика, чтобы наконец понять, что же им движет. Она чувствовала вину за случившееся, и отсутствие хоть какой-то поддержки со стороны от добрых и чувствительных джедаев вергло Крея в уныние. А что случается с потерявшими веру в себя джедаями, рыщущими в одиночку по галактике? Правильно, сколько ситхов не уничтожай, все равно найдется какой-нибудь спрятанный древний храм или голокрон, который каким-то чудом попадется на пути такого вот сомневающегося джедая. В случае Крея это была древняя академия Трайлса на Малакоре 5, она же и храма, и голокронов там тоже было в достатке. Там Крея и поняла, насколько слабо учение джедаев. В учении ситхов она пыталась найти истину, породив триумвират, который позже и предал ее. Это иронично, если учесть то, что ситское имя Креи – Дарт Трея, повелительница предательства. То есть и она предала, и ее предали, и с той, и с иной стороны. И этот акт породил новую Крею, Дарт Трею, уже не важно, ни ситха, ни джедая. Он открыл ей глаза на то, что все они, ситхи и джедаи, лишь игрушки в руках такого вот злого бога, той самой силы, пускающей в расход по собственной прихоти миллионы жизней, миллиарды жизней. И действительно, где сила, там не только жизнь, но и войны, страдания, предательство. Ракатанская империя, империя ситхов, орден джедаев со всем тем, что они натворили, это порождение силы. И как бы они ни били себя пяткой в грудь с криком, что уж у них-то путь правильный, и они стремятся к миру в галактике, не было никакого мира. Никогда не было. Вся история с момента появления первых адептов силы – это нескончаемая война. Даже за обычными войнами неодаренных часто стояли интриганы-адепты той или иной стороны. Уяснив это, Крея придумала самый безумный, самый амбициозный план из всех, что существовали во вселенной Звездных войн. Уничтожить силу как таковую. Да, погибли бы миллиарды, триллионы живых существ, но остальные были бы избавлены от потенциально тех же смертей и предательств впоследствии. Это очень жестоко, безусловно, но те же триллионы так или иначе погибнут во всяких гражданских войнах джедаев или при очередном вторжении очередного Дарта кого-то там. И поэтому, несмотря на всю жестокость и безумие, план Креи вызывает одновременно и трепет, и уважение. Если бы он удался, то никакая Звезда Смерти, никакие Сокрушители Солнц, станции Балансир, Звездные Кузницы, Ракатанские Империи рядом бы по эпичности не лежали. Долгое время, используя свою на тот момент многократно приумноженную мудрость и плетя мастерские интриги, Крея, легко скрываясь от ситхов и от джедаев, приступила к выполнению своего плана, став учителем Митры Сурик, тоже очень сильной волевой женщины, раны в силе. Это событие игры «Рыцари Старой Республики 2». Если вы еще не играли, мне правда вас жаль. Это потрясающая игра, такие сейчас не часто делают. Как уже сказал, план Крея не удался, но она под конец не сильно-то и жалела, потому что бабушка просто-напросто устала. Устала держать галактику за горло единолично. Даже Вейдеру такое не снилось. Нага Садоу, Дарт Сидиус, никому из них. Как вы понимаете, достичь таких высот дано не каждому. Более могущественного персонажа в тех же Звездных войнах нужно еще поискать. И совокупность мудрости, амбициозности плана, того, что она говорит и делает на протяжении всего сюжета, ее могущество в силе, все это делает Крею не просто сильной женщиной, это звание для нее мелковато. Она один из лучших женских персонажей за всю историю. И не только, по моему мнению. От нее отвернулись джедаи, от нее отвернулись ситхи. На нее свалили собственные ошибки великовозрастные глупцы. Ее пытались убить, но она переиграла всех. Единственную, кого она не переиграла, это саму себя. И только это и не дало свершиться ее плану. Возможно, она не та, на кого стоит равняться, но она точно женщина, достойная истинного восхищения и уважения. А дроид L337 — говно. Вот и все.
Как видите, далеко ходить не пришлось. Не пришлось даже выискивать таких персонажей под лупой. Это ж надо. Оказывается, женщина может быть сильной не только благодаря намеренной идиотии сценария, призванной ублажать хотелки современного меньшинства, оборзевшего от нахлынувшей власти. И таких персонажей полно. Увы, прописывать таких персонажей, это ж надо мозгу напрягать, хотя бы одну. А вот вставить супербабцу, которая в свои 20 умеет все лучше всех просто потому, что у нее есть грудь, хотя насчет последнего не уверен, и это пожалуйста. Но не переживайте, это все крайность. Весы качнулись, и очень скоро их маятник вернется в нормальное положение. На какое-то время. Только лишь за тем, чтобы вновь уйти в другую уже крайность, где женщин снова начнут принижать. Потому что люди хуй на блюде. Вот так вот. До свидания, детишки. И помните, Гавлан вил, Гавлан дил.